Кинишме воспитанник младшей группы детского сада номер 15 отравился крысиным ядом. Сначала возникли подозрения, что несколько опасных гранул проглотили двое малышей. Как выяснилось позже, небольшое количество яда попало в желудок только одному ребенку. Пострадавший в настоящее время находится в больнице. В детском учреждении, где произошло ЧП, будет проведена служебная проверка. Виновных привлекут к дисциплинарной ответственности. Мы сейчас проводим служебное расследование, определяем те процедуры, которые были проведены при дератизации учреждения специализированной фирмой, которая это проводила, и будем разбираться с теми, что не сделали или сделали наши сотрудники детского сада, что повлекло к тому, что ребенок нашел эти гранулы, и как они вообще могли попасть в детскую группу, потому что по правилам дератизация проводится только в служебных помещениях.